Полицейские Кумтаркалинского района задержали женщину, укравшую крупную сумму денег. С заявлением о краже в полицию обратился житель села Алмало. По его словам, кто-то проник в жилище его матери, забрал деньги и поджег дом. Результаты расследования удивили полицейских и расстроили потерпевшего. Ведь преступницей оказалась племянница самого заявителя. Подробности этого дела у Хадижи Курбановой. Эта история потрясла всех жителей села. Именно в этом доме 87-летняя женщина хранила 2,5 миллиона рублей. Об этом знали только родные. Но никто и подумать не мог, что сумма окажется большим соблазном для родной внучки. Украв деньги, женщина подожгла дом, как признается позже, для заметания следов. К счастью, недалеко оказался сын пожилой женщины. На пожар он прибежал мгновенно. Через огород зашли туда. Куда вы зашли? Через огород дом зашли. Дом чей? Кому принадлежит дом? Бабушке. Чуть-чуть бензин налила и подожгла дом. Для чего? Чтобы отпечатки она не осталась. Как выяснилось, деньги злоумышленницы были нужны для оплаты услуг гадалки. Дело в том, что женщина с 4 малолетними детьми осталась одна. Муж ушел от нее, и чтобы его вернуть, она обратилась к предсказательнице. Последняя, применив свои колдовские способности, убедила наивную женщину, что сможет вернуть блудного мужа. Только для этого ей нужны деньги. Много денег. Я не один раз она мне сказала, я пару раз туда заходила. Там 2,5 миллиона было у него. По чуть-чуть брали деньги, да? Да, чуть-чуть брали. Брала я. Последний день что произошло? Она сказала, если не поджигаешь этот дом, тебя, говорит, найдут, говорит, избьют, говорит. На последнем приеме гадалка отдала ей заговоренные спички, нож для отжатия окна и поручила купить бензин. Так она отправила женщину на заключительную кражу в этом преступном плане. За что вас доставили в отдел полиции? Ко мне девчонка деньги принесла, потому что не покрыла ее. Деньги. Какие деньги? Откуда эти деньги? Она у дяди, что ли, забрала, говорит, украла. Вы обещали что-нибудь, гадали там, я не знаю. Я не обещала. Она когда гадать приходила ко мне до этого, пока еще на эту девочку не родила, она уже с мужем помирилась и потерялась. Потом она заново через нее мой номер телефона нашла и пришла ко мне. Полицейские в короткие сроки раскрыли преступление. В настоящее время обе злоумышленницы задержаны, и в отношении них возбуждено уголовное дело. Хадижа Курбанова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Кумтаркалинский район.